Добрый день. Позиция щетка для мытья оконных проемов выпускается на вот в таком вот виде, на листе. Предназначена она для мытья труднодоступных проемов, оконных проемов с помощью длинного и жесткого ворса. Она позволяет это делать. Также на обратной стороне имеется лопатка для оттирания в труднодоступных узких местах в оконных проемах, либо каких-либо других. Более подробную информацию читайте на нашем сайте.